Устолия – вымерший род трилобитов, ископаемых морских членистоногих с 8 или более видами малых и средних размеров. Обычно распространены в отложениях Нижнего Кембрия, шельфовых месторождений по всему юго-западу США, что составляет часть древнего поликонтинента Лаврентии. Возраст отложений от 522 до 516 миллионов лет. Как и большинство ранних трилобитов, Бристоли имеет почти плоский экзоскелет, то есть тонко кальцинированный, который имеет глазные гребни в форме полумесяца. В рамках подотряда Оленелина Бристоли имеет небольшое количество спинных швов. Как и все другие члены надсемейства Оленелоидея, глазные гребни тянутся от задней части лобной доли в центре цефалона, что называется глобелью. Головной щит или цефалон Бристолии несет заметные и загнутые шипы приблизительной длины 8 сегментов туловищного отдела. Туловищные шипы прикреплены к передней части позади головного щита. Торакс или туловищный отдел состоит из 17 сегментов, а в хвостовом щите имеется еще около 7. Надеюсь, это видео вам понравилось. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий под видео или вступите в группу канала, ссылка на которую будет в описании. Поддержите проект.